Экология Юго-Сибири. Эта тема стала ключевой сегодня в рамках Международной научной школы конференции. Масштабный форум открылся в Хакасском госуниверситете уже в 22-й раз. Очень приятно, что все абсолютно гости конференции являются постоянными участниками этой школы конференции. Она имеет огромное-огромное значение и влияние на научное сообщество, занимающееся проблемами экологии. 500 студентов, молодых ученых, школьников из многих российских субъектов ближнего и дальнего зарубежья представили свои исследовательские наработки в 10 секциях. Они касаются флоры, фауны, заповедников, культурных ландшафтов, промышленности, природопользования на территории Юго-Сибири. При этом все объединены общей темой экологии и ее сохранности в условиях современности. Надо обязательно видеть смысл этого труда. Когда ты видишь смысл, и самое главное, результат этого труда, то это будет иметь продолжение. И вот мы приезжаем сюда, профессора из Красноярска приезжает, потому что тоже она видит и результат, и они видят, что действительно здесь есть студенты, есть с кем работать. В финале встречи лучшие работы жюри отметило дипломами. Тезисы докладов позже опубликуют в научном журнале ХГУ.